Привет, я водитель автобуса большой гармошки в Москве. И прикинь, ко мне в автобус по утрам, по вечерам, до работы, после работы заходят 150 пассажиров. Для меня это счастье, что я могу смотреть у них, их лоб разглядывать. И я могу сразу определить историю жизни этого человека. Обиделся он на маму. Это написано на лбу, сколько раз ему придется из этой обиды выйти замуж или жениться. Будет этот человек испытывать в жизни из этой обиды на маму удовольствие в постели с противоположным полом. Будет этот человек знаком с болезнями и страданиями. И самое странное, страшное, что этот человек справляет страшную нужду в то, что называется удача и везение по жизни. По лбу можно определить, будет он инвалидом и какие у него долги. И если мы обижаемся на папу, мы перекрываем все кран финансов на 70%. Мы справляем нужду в то, что называется жизненные цели, что какой-то телефон мы не сможем купить, если не обратимся в банк за кредитом. И мы лишаем себе обиды на папу, мы лишаем себя получения любви от представителя противоположного пола. И когда мы ненавидим себя, не любим себя, не принимаем себя такими, какими мы есть, мы перекрываем все краны в жизни. Я работаю с подсознанием. И если человек желает, я могу сделать из него другого. Того, которого он не знает. Потому что моя миссия – сделать для тебя знакомое незнакомым, а незнакомое знакомым. Ведь ты согласишься со мной, что у алкаша никогда нет денег. Но почему-то он вечно, постоянно ходит пьяный. Потому что его ум дает ему то, с чем он знаком. Что тебе дает, создает твой ум? Какие ситуации в жизни? Быть богатым, успешным, счастливым, любимым и здоровым? Или может наоборот? Меня зовут Игорь Челюца. И обратишься ко мне, я с удовольствием покажу. Не то, что покажу, а да, правильно, покажу. И поведу тебя за ручку от точки А до точки Б, если ты этого захочешь, чтоб тебя любили.